Локомотив вышли в следующую стадию. Какие эмоции от игры сегодняшней и вообще от противостояния? Ну, во-первых, прекрасно сыграть дома, на своем стадионе. Спустя такое долгое время все-таки большой перерыв был, поэтому главное, что выиграли и пошли дальше. В конце, когда Промис перебивал пенальти, была небольшая стычка Джики, Промис и Бальде. Это было на серьезном? Да или... нет, вы же видели, что они улыбались, шутили, поэтому там ничего серьезного не было. Они все решили нормально. В раздевалке не было проложено? Все прекрасно.